местности. Так, в лагере надо бы потише. Да, не-не, надо оставить байк здесь, Дик. А не то вся орава на тебя набросится. Еще есть? Ага. Вот это хорошо рвать. Нет. Так, сейчас жахнет. Вам это понравится. А ну, ублюдки, давайте. Как тебе? Еще трофеи. Так, одно гнездо готово. Сколько их еще? Обращайте на меня внимание. Давайте, ребятушки, поехали. Склад. Ага, мирный, уютный, словно дом родной. Охренеть, вы что, тут все разом обосрались? Фу, господи. Долбаные фрики, вы-то что тут забыли, а?
это западня. Что-то здесь прохладно, но я вам помогу. Разогрейтесь чуток. Давайте, ребята. Неужели... Неужели все? Фух, наконец-то. Бухарь, все готово. Я зачистил гнезда. Теперь на горе будет чуть меньше фриков. Эй, Дик. Как дела? Много их было? Ага, но я решил их засветло зачистить. Они же не любят дневной свет. Да, ну так, так, наверное, и надо. Ну, в общем, это, спасибо. Спасибо, что помог, Дик. Подремал бы ты, бухарь. Отбой.
всего. Ничего ужасного. Бродяг, эти сволочи нападают на всех, кто рискует выбраться за припасами. Нет, 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 встань! Вот и нашел время! Он ранен! Кого-то ранили! Караулишь.
Ничего ужасного. Нормально. Нужно сжечь оставшиеся гнезда. Мародеры пошли до фриков. Флаг вам руки.